На очередных выходных мой друг Сергей Осадчий пригласил меня на рыбалку на речку под названием Лава. Небольшой компанией мы решили туда съездить, хотя, в принципе, я не хотел туда ехать. Малые речки зимой – это не самый любимый мной вариант для рыбалки. Как оказалось, мысли в моей голове были такими, что не зря я не хотел туда ехать. Рыбалка была такой, что даже снимать мне было нечего и не хотелось. Не снимаю я только в таких случаях, когда рыбалка вообще ни о чем. И когда уже собирались домой, я Сергею сказал, что лучше бы я ловил где-нибудь в черте города под тем же мостом железнодорожным. И как-то эта информация засела в моей голове. Поначалу это звучало как шутка, но потом я рассмотрелся по-хорошему и подумал, почему бы и нет. Ведь кто-то там рыбачит, и я когда-то рыбачил. Я там клевала, а сейчас мы ездим не пойми куда. И не всегда удается даже далеко где-то попасть на рыбу. И я решил, что следующая рыбалка моя будет именно под этим железнодорожным мостом. А как это все произошло, вы увидите в данном выпуске «Болен рыбалкой». Приветствую всех любителей рыбной ловли, меня зовут Юрий Тетерин, и это очередной выпуск «Болен рыбалкой». Частенько в комментариях спрашивают меня, где можно половить недалеко от города, от Лузы. Либо приезжие, либо те, кто только занимается, начинает рыбалкой, и далеко ехать нет возможности. Сегодня хочу ответить на этот вопрос. Сам я здесь не ловил лет 7, вот решил попробовать. Это железнодорожный мост через реку Луза. Находится он в 5 минутах ходьбы от моего дома. Раньше я здесь ловил частенько, а сейчас как-то все куда-то надо ехать. И мысли у человека, у рыболова, чем дальше, тем лучше рыба клюет. Вот проверим, клюет ли она хуже у дома, у самого. Сегодня будем ловить следующим образом. Вот где я нахожусь, глубина где-то метровка приблизительно, с копеечкой. Чем ближе к мосту, глубина вдоль берега увеличивается. Ну, есть такой, не знаю, правда-неправда, говорят, что мосты обычно строят на самых глубоких участках реки. Вот так оно и есть приблизительно по данному месту. Здесь около метра, там больше 3 метров глубина под мостом. Под сам мост мы не полезем, потому что лёжей много ходит всяких, и, не дай бог, еще на голову уронят. Будем ловить приблизительно ближе к мосту, и вот просто береговую линию мы разбудим, закормим, посмотрим, есть ли здесь рыба. Так, кормить будем сыпучкой. Сыпучка — это Дунаев мотыль и Дунаев плотва. Зимняя версия прикормок. Лунки будем брить метров через 5. Течения здесь практически нету. Если есть очень слабая рыба, которая может попасть, это ерш, это уклейка, это плотва, это окунь. Раньше такие попадались, вплоть до подлещиков мелкого размера. Ну, посмотрим, что будет клевать сегодня. Начнем буриться, кормиться, искать рыбу. We'll be right back.
Ну что ж, лунки все затормили, пришло время их облавливать. Легкое течение есть, мормушки 2,4 миллиметра чуть-чуть стягивают, но это ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Подолгу на ункисе есть смысла нету, если прикормка собрала рыбу, то она собрала. Если рыба поблизости нету, то либо она придет позднее, либо она не придет вообще. Первая поклевка, первая рыба, такой вот микроерш, но попадается. Значит, рыба есть, ловить можно. Попробуем половить что-нибудь еще. Это не первая поклевка, поклевки были предыдущие лунки, первые поклевки были тоже такие никчемные, но, видимо, это ерши здесь пока орудуют. Надеюсь, что-то другое подойдет тоже. Вот поклевки видно. Я мелкого окуня. Окуня, говорю, ерша. Он стоит под лункой. Не знаю, прикормка ему собрала или так он здесь и живет. Ладно, станет лунку, пойдем в следующую оплавливать. Постепенно я пробирался в сторону моста, облавливая лунки. Почти в каждой лунке начали проклевываться ерши мизерного размера, который размер меня совсем не впечатлял. Последние лунки две у меня закормлены были у дна и сверху сыпучкой. Почему? Потому что я не знаю, с чем это связано, но на большой глубине любила стоять в данном месте раньше уклейка. То есть она стояла подо льдом, но на большой глубине. Там, где глубина подо льдом небольшая, она не скапливалась. А на таких ямах уклейка любила стоять. Я оказался прав. Клейка на этом месте была в огромном количестве. И практически сразу, как я посел на последнюю лунку, поклевки не переставали быть. Рыба клевала бесперестанно, но с небольшим но. В чем заключалось данное но? Сейчас объясню. Клейка клевала хорошо, но мелкого размера. Более-менее крупная клейка почему-то меняла горизонт.
То есть она клевала то под льдом, то в середине воды, то у самого дна. С чем это связано, я понять не мог. Но я понимал, что по поклевкам, то что рыбу надо было постоянно искать. То есть она 5 минут клюет в середине воды, через 5 минут она клюет полностью под льдом, еще через 5 минут она опускается к самому дну. С чем это связано было, мне было непонятно. Но клевала все-таки хорошо. Мне было не лень размотать леску, то подмотать обратно, чтобы, так скажем, искать данную рыбу. После данной рыбалки я еще был на этом месте. Это я так между делом расскажу. И оказывается, в данном месте также неплохо клюют ельцы на песке. Это я узнал от другого человека. Снимать не стал, и мы с Максимом ходили с сыном просто половить уклейки. И человек рыбачил недалеко от нас. На песке он ловил ельчиков. Ну тоже ельчики не крупные, того же размера, как уклейка, так что я не вижу смысла сидеть ловить ельца, когда можно ловить такого же размера уклейку. И в принципе она клюет то лучше, чем елец. Ну, по сути, мне рыба-то не нужна такого размера, да и вообще мне в принципе она не нужна никакого размера. Но если уж она клюет, какая бы она ни была, я ее ловлю. С удовольствием несу домой, чтобы приготовить. Если нет возможности, допустим, отпустить. Спустить я всегда есть возможность, но не всегда есть желание. Иногда приходится, не приходится, а надо принести домой рыбки, чтобы приготовить пищу. Из данной уклейки я делаю шпроты, очень вкусные. Ну и в принципе много я не брал. Половив где-то в районе 3 часов, я в обед уже с рыбалкой решил завязать. Конечно, занятие веселое, рыба клюет постоянно. Можно такое ощущение, что ловить ее круглосуточно в данном месте. И ловив где-то около килограмма, может полтора, я понял, что мне хватит заниматься данным действием. И рыбы хватит мне вполне, и мне, и кошке. И я понял для себя, что не обязательно куда-то ехать далеко. Рыба клюет и под носом очень неплохо. Прям, можно сказать, из дверей дома вышел и ловил рыбу. И для тех, кто хочет половить рыбу, не знаю, куда съездить, я даю большой совет. Не надо никуда ездить, идите к ближайшему водоему и ловите ее там, прямо там, где ближе дойти. Очередной раз убеждаюсь, что не стоит лишний раз бегать куда-то, гнаться там за 100 км от дома, за 200, чтобы половить рыбу. Конечно, это стоит того иногда, но когда нет вариантов других, то рыбу можно поймать и у самого дома. Вот таким вот был мой выход, не выезд даже, на рыбалку на реку Луза. Подписывайтесь на мой канал. Следующие выпуски, скорее всего, уже будут только в открытой воде. С вами был Юрий Детерин. Очередной выпуск «Болен рыбалкой». Всем пока!